Надо один раз хотя бы по приезду к дочке передать свои кулинарные рецепты. Если честно, я ни разу не шеф-повар и ни разу не кулинар и не умею готовить. Может быть и хорошо, меня мужья готовили, если что. Но котлетки я делаю отменные. Прямо так хорошо вымешиваем. Если жестковато, то добавляем воды. У меня даже не уместилось в одну чашку, поэтому взяла вторую. Так, хорошо. Прямо как тесто вымешиваем, чтобы фарш получился у нас воздушный, мягкий. Водичку перемешиваем. И хмели-сумели. Такие вот. Со сладкий перец, горький перец, помидоры, кориандр, хмели-сумели, имбирь, чеснок, базилик, укроп, петрушка и тимьян. Сейчас будем добавлять яйца. Масса получается. Попробую на соль. Так, нужно еще добавить соли. И теперь формируем котлетки. Такие небольшие. Колобочки. Ну, вот примерно так.